Тяжелейшая ситуация для Оксаны. Я думаю, ответ в психологии в большей степени, наверное, лежит у нас. Скорее всего. Так, давайте пожелаем удачи и... Встаем. Вот гораздо увереннее. Держать, держать. Фух, отлегло. Теперь посмотрим, чем ответит Лидия Валентин. Многоопытная спортсменка, многократный призер соревнований самого высокого уровня чемпионатов мира и Европы. Ну, Оксане нужно здесь удивить будет очень сильно Лидию. Я думаю, как-то...